когда из Фонда национальной безопасности тратится, благосостояние тратится деньги, это говорит о том, что возникнут проблемы с социального обеспечения населения России. Как вы знаете, зарплаты заморожены, пенсии заморожены, а цены растут. Руководители России пока что приводят аргументы, что в принципе санкции это больше на пользу, чем во вред. Сегодняшнее выступление Путина, наверное, многие из вас смотрели, почти полтора часа он выступал, это обращение к Федеральному собранию и депутатам. Он снова приводил эти аргументы. Вот какие аргументы приводила Россия по поводу санкций. Первый аргумент, это вначале, когда начали санкции, многие руководители улыбались и говорили, что Россия мощная страна, и санкции это как дробинка для слона, да, я уже вам сказал. На втором этапе, когда уже санкции коснулись крупных монополий, банков, и на третьем этапе, когда системообразующие целые пласты экономики были затронуты, то они, руководство России, и особенно у финансового блока, изменилось настроение. Уже по их выступлениям видим, часть людей, которые раньше были в команде того же Путина, ну, допустим, тот же Кудрин, бывший министр финансов, он уже стал говорить о том, что, ребята, куда мы идем, то есть это достаточно серьезно. Еще один аргумент, который приводит руководство России, у нас есть газ и нефть, и поэтому Запад от нас зависит. Ну, вы знаете, 145 миллиардов только газа продается в Западную Европу, да, и Восточную Европу, то, в принципе, пока у нас есть газ и нефть, то эти санкции вряд ли нас так сильно потревожат. Следующее, это Россия решила ввести контрмеры, то есть ввела антисанкции. Ну, вы знаете, что продукты сельского хозяйства и так далее, даже самые норвежские лосось, креветки, я не знаю, польские яблоки и так далее. Вот мы ведем антисанкции против Запада, и Запад одумается и снимет эти санкции. Вот это был следующий аргумент, что это приведет к развитию сельского хозяйства России и расцвету. То есть, если не приходит сельскохозяйственная продукция, то значит наши фермерские хозяйства начнут больше работать, и как бы этим самым сельское хозяйство развернется и расцветет. Следующий аргумент российского руководства. Санкции – это хорошо, это приведет к импортозамещению. То есть у нас будет развиваться технология, производство и так далее, и мы будем выпускать такую же качественную, допустим, медицинское оборудование, как на Западе. Пятое. Санкции приведут к тому, что Россия повернется к Востоку. То есть нам не нужен европейский рынок, нам не нужны европейские кредиты, мы начнем дружить с Китаем и странами БРИКС, что приведет к тому, что это даст больше пользы даже, чем зависимость какая-то от Запада. Шестое. Санкции приведут к мобилизации масс. То есть люди в России мобилизуются, повысится эффективность и производительность труда. Перед этими санкциями Запада как бы произойдет экономическая, интеллектуальная мобилизация населения России. И шестое. Санкции приведут к тому, что российский бизнес вернет деньги из офшоров. Вы знаете, что очень много на тех же Вирджинских островах, на Кипре есть деньги российских олигархов. И вот когда санкции, то есть вернется эти деньги из офшоров, и экономика заработает полностью. Вот примерно какая аргументация российских руководства. Несмотря на то, что звучат критические тот же Греф, тот же Кудрин, тот же Илларионов, они, и тот же Борис Немцов, и партия Яблоко во главе с Явлинским пытаются объяснить, что это не все так легко и не все так просто, но все равно вот эта аргументация до сих пор влияет на российское общество. Хотя неделю назад Левада-центр провел опрос, и 80% россиян опрошенных уже сказали, что да,
мы чувствуем экономическое ухудшение и так далее.